Добрый день, друзья! Я сегодня поздновато приехала с работы, поэтому кушать хочу. Страсть! Сейчас буду быстренько фунчозу делать. Хорошо, что я вчера все овощи, фрукты, овощи нарезала. Поэтому сейчас быстренько их обжарю и забацаю фунчозу. Ой, что тут упало? Масло шоколадное. Креветочки уже разморозились. Овощи готовы. Засыпаем. У меня тут кабачок есть, я его засыплю в последнюю очередь. Чаги, ясно? Начинаешь мы там. Ой, чесночок не порезал. Чесночок не порезал. Обжариваем все овощи. А пока погрызу чипсики с лимоном. Немножко. Чуть-чуть не считается. У меня сегодня клиентка была. Во-первых, с утра я уходила, бабушку укладывала, как в старые добрые времена. Потом пришла одна клиентка, но она по записи была, мне записано. Я на той неделе ее дочке делала каре на ножке. Дочке 10 лет. У нее был длинный волос. Ну и, в общем, его уже было сложно расчесывать. Ну, девочка маленькая, такие волосы. А на этой неделе мама пришла, у нее тоже длинный волос был. И подстригла, так ей хорошо стало. Вот так я и отстригла до сюда. Ну, ой, какие, у меня никогда таких коротких не было. Но она сама мне сказала об этом, что она так хочет. И вот совет от меня, как бы я такой по своему опыту говорю, когда вам стригут волосы, вы говорите, чтобы вас укладывали, потом выпрямляли волос. Потому что когда выпрямляют волос после стрижки, видно все ошибки, косяки парикмахеров. А если вам их забьют, то там все замечательно, все прекрасно. Вот, но может там косые рябы какие-нибудь. Ой, а фунчозу-то замачивать. Так что вот так вот, вам лайфхак такой. Ладно, буду готовить. Сейчас обжарятся овощи. И добавлю туда кабачок. Креветочки. Не видно тебя. Я люблю, чтобы в фунчозе овощи были такие, знаете, полуготовые, хрустящие. Вот так. Поэтому готовлю на сковородке вок. Сегодня Таня приедет с яйцами. Точнее, она мне привезет яйца. Овощи почти полуготовы. Закидываю туда кабачок. Яйцами приедет. В общем, пойду за яйцами. Она вкусняшки наши русские девчонкам привезет. Там пельмени, чебуреки, пирожки горячие. Налетай, забирай. У меня пирожки в заморозке еще лежат. С картошкой. Блинчики лежат. У меня там, короче, чуток нету. Поэтому... Поэтому возьму у нее только коки от ее и курочек. Так, надо не увлекаться картошкой. Очень вкусно с лимоном и с перцем. Удивительно. Мужу вчера дала попробовать, ему тоже понравилось. Он говорит, он Хуан так ест. Это племянник.
Но он их поливает лимоном. Ну, а мы вот уже с лимоном купили. Ладно. Это готовим. Высыпаем креветки. Фунчоза. Кстати, вот мне тут в комментариях писали, что фунчоза и рисовая лапша отличаются. И правда. Например, фунчоза сделана из крахмала бобовых. А рисовая лапша из риса. Очень интересно. И правда. И по вкусу отличается по всему. Поэтому я читаю теперь, как только покупаю. А вообще фунчоза мне нравится из Лидла. Она дешевле и как-то лучше. У нас опять ветроган, ну так тепло, 20 градусов, представляете? А я вышла в шарфе, такая мадам, и потом вот так вот вся шла. Я не я, когда голоден. Поэтому для меня мукбанг снимать это что-то, потому что я все съем раньше того, как я включу камеру. Я очень. У меня муж один раз на меня смотрит и говорит, если бы был конкурс, кто быстрее съест еду, ты бы, говорит, победила. Я знаю. Я очень быстро ем. Хотя это не есть хорошо. Ладно, готовим. Смотрите, какая красота получилась. И салатик вот этот вот с морскими водорослями. Всем приятного аппетита. Тут у нас все, лифт не отремонтирует. Свет странно, очень долго уже. Обычно у нас тут этот, как его, смотритель, я его называю. Он очень, знаете, строгий такой, прям за порядком так часто следит. А что вы, может, мне не сделали? А тут что-то света в лифте нет. Очень странно очень. В общем, я иду сейчас к Татьяне. Сейчас она приехала к нам там в Кальканку. Вот. И сейчас мы с ней встретимся. Она мне даст свои яйца. Я вот ей несу, везу тоже формы. Потом, может быть, кофе с ней попьем. В Лидл хочу зайти. А потом на пляж пойду еще с Чарли гулять. В общем, на улице так тепло, дома холоднее, чем на улице, как обычно у нас бывает. Поеду на бибики, все думала, как мне все сделать, пешком идти или что. А куда ключи-то дела? 150 карманов, поэтому где-то здесь свинят. А вот, пешком идти. Но я потом в Лидл хотела пойти. Чарли, венга, тереподенга. Или как это все сделать. В общем, решила на машине поехать. Пинцовый. На машине поехать и в Лидл зайти. Кофе попить. Чарли просто. Хочется и с Чарли погулять. И в магазины зайти. А в магазин у нас нельзя с собаками. Только вот знаете, удивительно. Например, в аптеку можно зайти с собакой. Или там... Ну, в общем, в продуктовые магазины нельзя с собакой. Я просто смотрю, в Италии нормально так с собаками ходят. Туда-сюда у нас нет. В общем, еду. Не полежала тоже. Люблю, знаете, как это? Как истинные испанцы, после обеда люблю хотя бы полчасика в Ютубе полежать, посидеть. В Ютубе. Ну, в общем, полежать на диване, полазить везде. Ну, видно, не судьба. Видно, не судьба. Зато домой приду пораньше сегодня. Наверное, если нигде не загуляю. И будет все у меня окей. Если дождь, конечно, не пойдет. Вроде бы нет. Ладно, поехали. Встретились с Татьяной, сейчас кофе с ней попьем, пока она там еще ждет кое-кого. Яички купила, сейчас кофе пойдет, закажет, потому что мы здесь на террасе сели. И, в общем, здесь, походу, камарера, официанта не дождешься. Чарли, беняки. Чашку. Что-то похолодало, утром тепло, сейчас похолодало, ветроган. А? Нет, демагина. Демагина.
кофе в пакетиках или из машины? Конечно, из машины. В пакетиках дается молоко и кофе без кофеина. Я уже с кофеином сегодня просто долбанула. Смотрите, Дед Мороз какой идет. Дед Мороз! А что ты очки-то на сразу? Глаза свои трячешь. Бесстыжие глаза не видишь. Глаза свои бесстыжие. Мы как эти сестры. В красном. Девушка в красном, вы так прекрасны. Да, всем несчастным. Блин, ну ты на камеру говоришь. Надо быть воспитанной. Я воспитана натурально. Натуральный блондин. На всю страну такой один. Все, сейчас нам принесут. Смотрите, здесь по 4 евро 5 орхидеи. И мы решили урвать. Все забрать. Сделать себе приятно. А там они, по-моему, наверное, дороже. И? Так же? А что там? А, во, вот это как у тебя, смотри, вон там. Они, там какой-то желтые листья. Нет, там другая. Ну смотри, корни хорошие, ты понимаешь? Листья сам главное хорошие. Ага, я взяла один раз хорошие листья, они там потом все корни внутри. Листья поломаны. Ну ладно, фиг с ним. Не, она на свои смотрит, а на мои даже не это. Ты посмотри, какая привела. Уйди отсюда. А то я себе нахапаю. Что-то цветочков мало. Тебе вот этот фужер не нужен с орхидейкой. Да пипец, за 19 евро не нужен. Вот так выбираем. Вот так вот сходить с матерью четверых детей. Двое из которых уже взрослые. Вот все дороги ведут в игрушки. Вот они. Поэтому я не люблю на шопинг ходить с мамашами. Таня себе куклу на Новый год выбирает. Не себе, лапоньки дочки. Катя. О, кстати, последний. У нее тут на днях было это. Как это называется? День ангела. Батя, что ли? Да. Как день это? Катерины. Позавчера или 2 дня назад. Нахапала, смотрите, сколько цветов. Маловато. А мне одного хватит. Ну, корни так и прут, так и прут. В общем, вот так. В общем, Таньку оставила в игрушках, а сама пойду в трусы. В трусы посмотрю. Какая красота. Кому что? Ой. Таньку уже набрала, я ей вон и творог показала, какой в Лидле. Да. И что-то еще там показала, что здесь вкусняшки всякие. И показала. Взяла себе вот таких 2 цветочка. Один у меня клиентка заказывала, чтобы я ей купила, а второй себе. Любимый. А у меня вот, знаешь, вот эта курица самая вкусная. Какая? Вот эта осада. Вот это? Самая вкусная, даже вкуснее, чем вот когда делают, представляешь? 3,8... Давай эту курочку даже на ползубчик. Ну смотри, 3,89 всего, целая курица, осаду. Ну да. А в этом продаются, она выходит там десятки. Ну а в это, ну, а это вообще, она даже вкуснее, чем вот обычно. Потому что она не такая зажаренная. Может быть, не знаю, но вот мы сколько пробовали, она самая вкусная. Так, ну что? Самая вкусная? Дома приготовленная. Нет, да? А мне не нравится. Вот у тебя руки, знаешь, не оттуда. Ну у меня тоже про мои руки, кто бы молчал. Что здесь вкусненького еще есть? Пошли нахер отсюда же, так насрали. Не говоря, я без машины. Ну, вот эти грибочки маленькие, самые вкусные. Ну и цена вкусная. Ну тебе тоже на один зуб. У вас да. Такой зуб, блин, у меня таких 10, как у вас один. Потому что у меня целый батальон. Да ладно, батальон 4 человека. 2 из них дети, маленькие. Жрете? Жрете вы много? Больше, чем... О, бо. Какой красивый кабинет. Ага, у меня видела на работе, как цветет? Шикардос. А дома нет. И дома цветет. Не так. Ну, потому что маленький. Тому-то уже лет 6, а этому всего год. Не буду брать. Не, пошли отсюда, пошли быстрее. Я уже пошли, иначе я опять буду ходить. Иначе мы отсюда не выйдем. Куда ты пошла? Это закрыто. Что-то все закрыто, а вот сюда. Все закрыто. У нас дождь идет. Ветер, холодно. Так что хорошо, что все везде закрыто. Так тепленько. Не пойму, вроде бы тучи не дождливые, а дождь идет. Такой, знаете, моросящий, противный, но нет таких туч, чтобы прям для дождя. Ну, Чарли всех собак собрал. Со всеми уже поиграл.
Вот сюда я купила орхидею. Смотрите, корни какие так и лезут прям кверху. Можно ее будет даже пересадить, да, когда цветет. Под стенку мне подходит. И вот именно сюда я ее покупала, чтобы она у меня стояла тут около кровати. Вот, смотрите, у нас 17 градусов на улице. Но ветер. И холодно, ледяной ветер вообще. Еще вот купила вот такой турон с красной смородиной и клубникой. Должен быть вкусный. Ну, это типа шоколадки. Она у меня 44% по купону была скидка, поэтому почему бы не воспользоваться. Сплю я, кстати, уже в носках. Я мерзлячка, поэтому я уже, наверное, недели 3 сплю в носках. У меня, если ноги замерзнут, то все, капец, я вся замерзаю и не могу согреться. Поэтому носки все время на мне. Причем, чем теплее, тем лучше. Вот так вот. Мерзну я. Всегда, причем, везде. Трам-там. А Чарли уже отдыхает. Ты отдыхаешь, моя лапа? Ты устал, да, пока мама в душ ходила? Ты отдыхаешь, да? Ну все, мама в душ сходила. Мне осталось только намазаться кремиками. Да, недолго музыка играла. Иди поцелуемся. Иди поцелуемся. Иди поцелуемся. Давай, поцелуемся. Поцелуемся. Нет, поцелуемся, давай. Да, поцелуемся, давай. Целоваться, целоваться, да, целоваться. Давно не целовались. Ой-ой-ой-ой-ой, как вкусненько. Ням-ням-нямочки такие. Ням-ням-нямочки. Ай-яй-яй, мининючику. Вот, что хотела сказать. Пойду сейчас чай себе с облепихой, с варганью. Что-то давно я не пила из черной смородины и с мятой. Вот, и будем отдыхать. А вам я желаю всего самого лучшего. И всем... Пока-пока!